Первый вопрос, конечно же, о главном достоянии Анапы – о пляжах. Сохранение и восстановление этого природного богатства мэр Сергеев считает возможным с помощью новых технологий и передовых разработок ученых. Но считаю, что перемещение песка с одного места в другое – это урон экологии. Есть серьезные проектные решения по намыву песка из Анапской бухты сюда, на берег. Есть решение по перемещению, и я думаю, что ученые, экологи, мы заплатим, способны мы заплатить деньги за проект, который будет реализован, для того, чтобы все-таки пляж у нас сохранился. Обозреватель газеты «Анапа» поинтересовался, какие меры по развитию Анапы, как круглогодичного курорта, планируется предпринимать в будущем. Во внесезонье море чем привлекательно? Ну, только внешним видом, на нем есть лебеди, ути, да? Ну, может, кто-то любит просто на берегу находиться, подышать. Вот давайте представим, что моря у нас нет. Чем мы можем людей привлечь? Это и теплый аквапарк круглогодичный, это и ледовый дворец, это различного рода развлекательные и спортивные сооружения, общедоступные, недорогие. Я вижу в становлении Анапы как круглогодичного курорта, во-первых, это не в ущерб детскому курорту должно быть сделано. И во-вторых, это вкладывание серьезных средств, муниципальных, краевых, федеральных, любых. В этом есть трудности из-за неповоротливости бюрократической машины. По словам Сергея Сергеева, чиновники администрации не всегда соблюдают исполнительскую дисциплину. Эту проблему уже частично удалось решить. Принимаются кадровые решения. Глава города намерен работать в усиленном режиме. И к этому призывает не только чиновников, но и представителей малого и среднего бизнеса. Мы рубль вложим. И бизнес ложит два. Если мы хотим, ничего не вкладывая, понудить бизнес сделать, это путь в никуда. Ничего не будет. Также глава города отметил важность создания равных стартовых условий для бизнеса. Необходимо организовать достойную конкуренцию и обеспечить доступные цены. Это возможно, если все будут работать строго в рамках законодательства. К грядущему сезону Анапа начала готовиться еще зимой. Поэтому сомнений в том, что он будет удачным, нет, заверил журналистов Сергей Сергеев. Никита Бойко, Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа регион.